Жительница Мысков Елена Михайлова находится между жизнью и смертью. Диагноз – рак. Неравнодушные междуреченцы провели благотворительный турнир по бильярду для сбора средств на лечение. Междуреченск полон людей с добрыми сердцами, не способных пройти мимо чужой беды. В бильярдном клубе «Русский бильярд» состоялся турнир в помощь мысковчанке. Сегодня для Елены проводится третий благотворительный турнир. Пришло участников 19 человек. Были такие люди, которые не могли даже прийти, так как они работают или у них какие-то дела. Приезжали, делали взносы, передавали деньги, чтобы помочь Елене. У бильярдных столов дети и взрослые, любители и профессионалы. Участники отметили, что такие мероприятия очень важны. Мы решили немножко прийти, помочь людям. Надо людям помогать, как бы не было. С каждым все может быть в жизни. И мы как бы хотим помочь. И мы уже это делали, как бы уже неоднократно, и перечисляли ей средства, и проводили уже турнир по другому адресу в клубе «Пирамида». И вот сегодня как бы пришли, чтобы помочь, чтобы сделать вклад в ее здоровье, чтобы она жила, чтобы она была здорова и, соответственно, была со своими родными и близкими. Мать троих детей Елена Михайлова узнала о страшном диагнозе в феврале 2018 года. Рак третьей стадии. Звучит как приговор. Но Елена не сдается и намерена бороться до конца с поддержкой своей семьи. Ну, поддержка очень огромная. Все как бы и сестры, и братья, как бы, и бабушки, и мамы тоже стараются не плакать. Это все это мы как бы думаем об этом как о временной трудности. Я хотела большое сказать спасибо директору клуба Сергею Матвеевичу и всем неравнодушным людям, которые пришли поддержать меня. По итогу турнира была собрана сумма 17 тысяч рублей. Эти деньги необходимы Елене Михайловой для прохождения в Москве третьего блока химиотерапии. Ксения Колбина, Игорь Докучаев, новости «Мой Междуреченск».